Плюс одно очко действия. Ваш опыт улучшил навык реагирования в сложных ситуациях. Найс. Так, Айгер я прокачать не могу. Она побежит со мной, по крайней мере. Все, Айгер со мной. Отлично. Это уже очень клево. Как она тебя одного с чипом-то отправит? Ну, понимаю. Конечно, понимаю. Она с тобой побежит. Так, ой, ё-моё. Кто хотел сказать, что сначала за Глорию? Ой, пёсик. А вот это интересно. Это же псинка осталась. А вот это интересно, так, псинка. Причём псинку нужно спасти. Да. Пёс сам по себе, но пса нужно обязательно спасти. Уайгер 3 экшен поинта. Мы активируем дроны. У нас остается 2 экшен поинта, которые мы тратим на то, чтобы проклясть какую-нибудь дрянь. Мне нравится вот эта дрянь, я ее прокляну. Ты, кстати, кто такой? Наемник, просто наемник, окей. Просто наемник, обычный. Наемник так, обыкновенный. Наемник, одна штука. Обыкновенный. Вульгарис. Наемникус вульгарис. Да. Так, ну оружия у меня никого нет, поэтому я сяду сюда, в глухую оборону. А вот, ай, ух ты ж, нифига себе. А что это такое? Это дробовик у нее такой? Ты погляди-ка. Все ж не вылазит. Ей новый, что ли, дали? Да. Ничего себе. Походу, да. За какие такие заслуги? Нет, круто, конечно. Она хороша, наверное, за эти заслуги. Так, а я, кстати, проклял его, нет? Да, проклял. Да, проклял. Да, проклял. Попробуем критануть. Знаешь, такая сразу ведьма из мультиков вспоминается. Такая, проклинаю! Я проклинаю тебя. А где пес? А вон он. Пес вообще пацан. Пес вообще пацаны, вообще ребята. Да. Так, давай, дрон. Минус один. Теперь псу помогаем. 34. Маловато будет. Черт. Главное, чтобы пса не завалили. Я себе этого не прощу. Куда он побежал тут? По крайней мере, он умрет свободным псом. Да. Может, он в обход побежал? Он сюда засел. Слушай, а это не наш пес? Или наш? Да сфига ли не наш-то? Какие-то уши наш. У него не те. Точно наш? Ну, клево, если наш. Так, ладно. А, для начала... Проклясть вот эту. Промах. Ну ладно, ничего страшного. Айгер. Я, конечно, не помню, на спине у него вот этих вот рыжих полос. Да, 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 да. Это меня смущает. Но, скорее всего, это какой-то местный пес, мне кажется, все же. Но все равно он за нас. Он за нас воюет. Да. Дельфины, сражавшиеся за Крейцбазар на нашей стороне. Да, да, да. Сражавшиеся на нашей стороне. О, отличненько. Да. Ох ты. Пёс сражается на нашей стороне. О, да он клёвый. Да, он умеет. Он огнём плюётся. А бы чё вообще? Ни фигня какая-нибудь. Ни фигня беспонтовая. Этот пёс ни хрен собачий. Так... Есть! Отлично. Что-то перед вами издает низкий, ракочущий рев из тени, первобытный звук, эхом разносящийся по заснеженным улицам. Оно выходит на свет. Данте? Да, это все-таки Данте. Даже с такого расстояния вы чувствуете тепло, излучаемое огромным телом пса. Он устремляет на вас взор, и вы видите пламя, горящее в его глазах. Он делает шаг навстречу вам, ощетинив загривок. Марина? Ой, Айгер смотрит на вас, ее голос спокойно, но лице вы видите беспокойство. Забыла упомянуть, бесстрашный лидер. Твой пес странно себя ведет. А и давно он такой? Понятия не имею. Я увидела его, когда спускалась в метро, и он выглядел как обычно. Затем один из этих ублюдков пальнул в него и разозлил. Большая ошибка. Данте разозлился. Очень разозлился. Его начало трясти, выворачивать. Я увидела огонь в его глазах. Он добрался до парня, прежде чем я успела моргнуть.
Спустя пару секунд стрелок стал кровавым пятном на тротуаре, а Данте, Айгер указывает пальцем в направлении пса, выглядит вот так. Эй, мальчик, как поживаешь? Хочешь своего индейки? Данте низко рычит и начинает пускать слюни. Капли шипят при падении на замерзшую мостовую. Он опускает голову и щетинивает шерсть на загривке. Не думаю, что получится. Получится. Полегче, дружок, полегче. Ветер медленно начинает меняться, и он принюхивается, переводя взгляд с вас на Эгер, затем снова на вас. На его морде появляется понимание, и он успокаивается. Его уши расслабляются, и вы можете поклясться, что видите улыбку. Данте занимает место рядом с вами. Ну, в нашей партии. Да. Ну, кто бы он ни был, я рада, что он с нами. Давайте найдем остальных. Хеллхаунд. У нас теперь есть Хеллхаунд. Интересно, он будет сам за себя? Данте с Инферно. Achievement get. Слушай, где-то здесь Глори должна быть на севере. Пойдем сначала за ней, потом потом к Альтугу за этим, за Гером Дитрихом. А вот и вражеский ход. Ах ты, нифига я себе. Я сейчас поняла, что имя пса — это же отсылка. Конечно. А вот и, кстати, и Глори. И она уже за нас. Я очень сообразительная. Я только к середине игры это поняла. Так, да ничего страшного. Так. Тут у нас вот дрянь есть. Ведущий наемник, понимаешь, как. Ведущий детского утренника. Не-не-не, я подумал о другом. Знаешь, такой есть как бы просто наемник, а главный в отделе он ведущий наемник. Вот так вот. Так, я сейчас его прокляну, короче. Так, легонечко. О, все. На полупроклятьице. Да, на полупроклятьице. Так. Теперь ты давай на дробашек и в репочку. О, да, детка. В коленочку давай. Или вот тут этим. Давай. Ай, ты. Ай, нехорошо. Ай-ёй-ёй-ёй-ёй, вообще нехорошо. Так. Глори. У него хоть мой пистолет, по-моему. Хотя не факт. На самом деле я бы сейчас мог, знаешь, так раз и ломануться резко сюда. Мог бы. Мне кажется, это хороший вариант. Возможно. Так, никаких новых ударов не появилось. Нет, все. Туда резко сюда. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Кстати, она довольно-таки бронированная. Дронище. Здорово, дронище. Так, а кстати, а может быть я в этих могу поэффективнее сейчас пальнуть? Нет, не могу, тогда надо в этого палить. Есть! Кританул молодцом! Есть! Всё, красавчик размотал. Вообще! Так, Данте. Он, конечно, может на три хода ломануться к наемнику. Что-то, но, о, смотри, какая у него иконка. Его, да? Хрум-хрум называется удар. Хрум-хрумчик. Клёво. Так. Хрум-хрумчик. Хрум-хрумчик. Так, я вот, наверное, Данте сюда побегу. Вроде какое-то прям такое серьезное укрытие здесь. Ага. А что-то пацаны-то не очень торопятся. Ничего, у Данте очков действия-то. Три поинта. А сейчас что-то у всех вот тут три поинта. Видимо, в экстремальной ситуации. Да-да-да. Собрались. Колдун. Без вариантов в колдуна тогда. Да, колдун — это плохо. Это неприятно. Минус колдун. Колдун — так, это вот не только ценный мех. Ну и 3-4 тотема. Да, 3-4 килограмма диетического мяса. Так. Давайте вот этого наем. Сейчас... О, дрон у меня еще есть, я чуть не забыл. Но сейчас будет Глори, и она будет, как ни странно, стрелять. Вот это да, как это ты ее вдруг решил так использовать. А вот так вот. Слушай, она, оказывается, дофига отличный стрелок. Так. Ну, мы это еще в прошлый раз выяснили. Ну да, но я почему-то все это время не хотел верить. Так, ну 54, ну ладно.
И тут выходит Данте. 79 тоже неплохой этот. Выходит Данте и кусает его в броню. В пузик. В пузик. В гольфик. В гольфик прямо кусает. Промахивается, но ничего. Опа, а, пф, вообще фигня. Проклясть. Отлично. И ты знаешь что? Я позволю Данте добить его. Съесть его. Да. Круто, круто. Вот так вот. Мне очень нравится герб с медведем с автоматом. Да, кстати. Причем он очевидно с калашом. Так, медведь интересно, а можно? Это круто. Можно. А, дверь киберклиники, это только дверь. Мне сейчас кажется, что она закрыта. Да, дверь заперта. Кто бы сомневался. Да, кто в такое время работает? Так, а сейчас за кофейком. Ну, подожди-ка, я вот здесь вот обойду. Тут мы сейчас видим, как Дитрих тоже, знаешь, такой отбивается, как раненый вепрь. Угу. Изо всех сил. Да. Такой так. Маг вот героический. Здесь можно интересно пройти? О, чё это? Ага, зашибись. Ого. Не круто. Чё это они так прям тебя поймали? Я вообще в не очень удачном положении. Ну ничего, у меня есть граната. Ловите, мужики. 62. Кританула. Круть. А теперь давай в голову. Так, и третьим. Еще раз. Мне интересно, почему ты за этим мусорным баком спрятаться не можешь? Почему там клеточки не рисуются? Ну нету клеточек там. Это как-то странно. Не положено за баком клеточек. Есть, а клеточек нету. Дрончик теперь давай ты, родименький. Отлично, красавец вообще. Так, теперь Глори. Глори, Глори, давай в голову. Оба. А теперь с отсечечкой. Три патрона. Красавица, а? Ты посмотри, как я их. Круто. Разделал просто как бог черепаху, но и это еще не все. Так, окей. Включаем дрона, конечно же. Это какая-то притча про бога и черепаху или что это? Не знаю. Я всегда это просто, знаешь, воспринимал как данность. Тут их опять трое, черт возьми. Окей. Не задавался вопросом, откуда почему пошло? Почему-то никогда, ты знаешь. Это настолько из детства, что никогда не задавался даже вопросом. Вот теперь задамся из-за тебя. Так, 99, 75. Давай, пытаемся. Давай, есть! Вот это был хороший выстрел. Вот это был даже просто офигительный выстрел. Ну, хоть когда-то они начали нормально все делать. Давай. Хоть в какой-то побежала. Момент. И промазала. Вот дура. Последний шанс, Глория. Точнее, не последний, но еще один шанс тебе, Глория. Еще один шанс. Этого хрена хочу шваркнуть. Вот так вот. Теперь Данте побежит. Ну ему неплохо, так от нее прилетело. Угу. Данте кушать. Все-таки добью того. Мне кажется, это как-то поэффективнее. Ну, да. Дрончик. Прицел. Чтоб он уже не смог ходить никогда. Да. У, дрончик, красавец. С фланга давай, есть. Опа. Это, оказывается, не все было. Ты дрянь такое, в дрона стрелять. Это же враг? Да. Ведущий наемник. 66 всего лишь. Вплотную стоит 66. Отлично просто. 67 можно. Верный бросок. Короче, я походу отбегу лучше Гером Дитрихом. Толку от него в ближнем бою, как от козла молока. Вообще ноль. 15% попадания, что, кулаком, что ли? Я что, совсем а что такой маленький процент? Потому что кулаком.
кулаком персонаж, который вообще не умеет драться, попадает, видимо, с шансом 15%. Да. Опа, подожди, смотри, что он умеет-то, я только сейчас заметил. Ну он же, да, он же Hellhound, он же плевался огнем. Да, детка. Кританул, песик. Вот это пальнуло огоньком, так пальнуло. Ну, кстати, смотри, он еще и бронированный, дофига. Так, ладно, Айгер. А что вы можете нам предложить? Выстрел в башенку. Выстрел в башенку, подходит. Чё, 92% было? Айгер, серьезно? Зашибись. Чё это вообще было? Нет, вот что это сейчас было? Какое-то. Убей его. Убей, я сказал. Чё, да серьезно? Ты гонишь. Вообще какая-то лажа была. Угу. Так, ну ладно, хоть кританул. Так, дрон еще есть у меня. Супер-дупер штурмовой дрон. Можешь? О, прямая видимость, отлично. Короче, сейчас с шансом 33%. Ну ладно. Ну ладно, хорошо. То есть плохо, ну ладно. Чё ты там? Ой-ой-ой. Ой. Но он сильно Песика промазал. Прострелил. Ну так, чутка, на самом деле. Нет, это было не больно. Песика мальца поцарапало просто. Так. Глори, ну тебе надо реабилитироваться. Да что такое-то? Ну и дура. А, четвертый еще. Ну давай. Так, кто следующий? Может, Айгер? Айгер. Хотя бы. Ну, слава богу, ты погляди. Приятно видеть, что вы все добрались сюда живыми. Дитрих выпрямляется, его суставы хрустят от напряжения. Он делает шаг в вашу сторону с угрюмым выражением лица. Слушай, босс, у нас проблемы. Да что ты говоришь? Я видел группу этих ублюдков, сваливших пару минут назад. Они направлялись кратчайшим путем в канализацию, они несли бомбы. Не знаю, какой мощности, но они были большие. Если ты не хочешь жить в кратере, предлагают сюда сваливать. Где, черт побери, Блиц? Он ушел с Малиит. Что-то сказал про порчу системы комлинка нападающих. Не волнуйся за них, нужно разобраться с бомбами. Наш Деккер убежал с гномихой. То, что замышляют... Сбежал с гномихой. Остановить то, что замышляют. Бросил пацанов ради гномихи. Вообще. Кинул ребят ради гномихи какой-то. Так. Привет, ребят. Привет, привет всем, кто подтягивается, кто опаздывает на прямой эфир. К окончанию. Да. Спуститься в канализацию? Да. Итак, я спускаю сам себя в канализацию. Мы сейчас бегаем с псом под крейт с базаром. Вы и ваша команда спускаетесь в канализацию, шаги эхом отдаются от влажных каменистых стен. Запаха вы почти не замечаете, сейчас не до этого. Отряд наемников Одрана где-то здесь, в спешке, закладывает взрывчатку под районом. Судьба крейт с базара в ваших руках. О боже мой, это слишком большая ответственность. В ваших руках и лапах Данте. Я все же считаю, что это слишком большая ответственность, чтобы взваливать ее на наших. Ага, я вижу, смотри, я вижу несколько мест, где закладывают заряды. Ага, и что-то мне подсказывает, что здесь предполагается разделение пати. Потому что за 11 ходов не успеть охватить всю эту территорию. 3-2. Ну смотри, одна часть маленькая отряда должна побежать. Ой, а тут еще обходить как-то. Блин, вот как обходить? Как нужно попасть сюда? Как-то, соответственно, нужно... А, вот мостик. То есть часть отряда побежит вот сюда вот и резко сюда. Короче, какая-то. Эта часть отряда будет мой главный перс. В общем, я сейчас такой выбегу, а там враги. Потому что он как бы с дроном, дрон достаточно мощный. Я думаю, что этого будет достаточно. А другая половина отряда пойдет сюда и возьмет эти две точки. Другая половина. Ну да. 4 человека. Ну да, ну как-то так. Другая половина. Ну что, ну правда. Очень половинчатая половина. Так, давай на 3 поинта. Глория.
Я знаю, ты можешь. Я просто каждый раз, когда слышу Глори, мне вспоминается бегемотиха из Мадагаскара. Да. Она там, правда, была Глори, я. Ну, пойдем. Неважно. Слушай, а может возьмем с собой Данте? Или не надо его беспокоить? Ну, я бы все-таки взяла бы с собой. Ну, мне тоже кажется. Я просто боюсь, что один дрон там не затащит. Возьмем с собой псину. Я даже псину вперед пущу. Арьергардом. Mm-hmm. Ага, тут какие-то упыри. Во всех смыслах. Первый упырь, второй упырь. А может, второй упырь агрессивно настроен по отношению к первому упырю? Возможно. Опа, там еще. Блин, вот это неожиданный момент. Так, я сейчас на два поинта подбегаю. Так. Это враг? Это враг? Да, это враг. Нанятый маг. Потом хитрым образом врубаю дрона. Такой, опа, и у меня у дрона три поинта. И оперный театр. Обезвредить бомбу, ну пипец. Так, ну ладно, сначала мне нужно взять под контроль вот этого нанятого мага, очевидно. Дрон. Ну потому что маг это плохо. Маг это очень плохо. Маг это ничего хорошего. Ой, маг это вообще ничего хорошего. Опа. Маг или с вами, или он мертвый. Опа, быть. А тут Айгер уже видит цель свою. Ничего себе глазастая. Молодец вообще, девчонка. Блин, надо было сначала Дитрихом... Твоя, типа, вся такая. Надо было Дитрихом сначала дать ей меткости. Ну, сейчас уже, чё, конечно... Уж теперь уж, уже теперь, уж. Теперь-то уж, конечно, уж... Еще враг. На следующий ход дашь? Да, на следующий ход дам ему меткости. Сюда. Ой-ой-ой. Ну ничего, затащим. Опа, да, они дерутся против пырей. Дитрих схватил плюху. Блин, в дрона кританули. Пипец. Ну ничего, у меня... Блин, а я ремкомплект только один взял с собой. У меня не было возможности снарядиться. Я сейчас только что подумал. Да блин, тут больно было. Да, хорошо, что пса взял. Хорошо, что, да, реально, кстати, во-первых, хорошо, что пса взял. Я сейчас псом на мага, что ли, напасть? Нет, сначала, короче, дроном похожу. Нет, сначала вот этим похожу. Чтобы дрону легче было по... Промах! Да ладно. Дрону, что ли, подчинить? Подчиним дрону в таком случае. Подчинить дрона. Подчинение дрона. Так. Давай, есть! Есть. Так, песик, 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 песик. К этому давай, второго там упырь. Грызет. Рушит. А да. Мы этого загрызем. Мы этого возьмем на себя. Броню давай раскусим ему. Отлично, броня повреждена. Айгер, переключаешься на дробаш. А Дитрихом ты не хочешь и кинуть меткость? Ну, 83 вроде нормально. Ну, давай кинем. Ну, лишний не будет. Упс, такой точность. А, я еще Дитрихом хочу вот что сделать. Вдруг попаду. Там бомба не взорвется? Блин, задел упыря. Вот единственное, кого не надо было. Это вроде как не бомба, это именно, знаешь, так обезвредить бомбу. Обезвредить бомбу. Окей. А вот интересно. Нет, слишком далеко. Ну ладно. Ему не видно. Ну мало ли. Дар драконоборца. Похоже на небольшой магический поток. Не, ладно. Так, и это тоже не работает. Ну давай тогда просто на удачу. О, попал, ты погляди. С дробаша. Бывает же такое. Yeah. Еще на один поинт такая побежала, побежала. Глори может, в принципе, сюда как бы подбежать такая. Вот она подбежит на один, на два поинта. И давай стрелять в них. Ну, неплохо. Ой-ой-ой. Фу. Ах ты нет! Yeah. Промазал, слава богу. Давай на упыря. Ну хоть упыри за меня.
Ну, упыри как бы сами за себя, но... Ну, получается, что за меня. Упыри за... Да. Сами за себя, но за меня. Так, вот это мне надо проклясть. Отлично. Дронище. Ага, он видит только этого. Может, конечно, подойти вообще? Ну да, я бы тоже сказала, двинься на единичку. Так, давай-ка псиной покусаем. То может псин. Псининых укусов хватит. Надо вообще магией сейчас фигануть, вот что я подумал. Да, с дистанции. Да, я вечно забываю, что у него магия есть. Так, дронище. Промазал. Хрен. Да. Но этим ты можешь проклясть этого самого. Не могу, перезарядка. А, черт, точно. Зато я за Айгер могу пальнуть в этого и попасть с 99% шансом. Да, да, давай. А могу с 97%. Зато с высоким шансом крита. Вот. Оп. Так вот. И перезарядочку. Кстати, 8 ходов до подрыва бомбы. Вот куда надо бежать-то. К бомбе? К бомбе надо бежать. Очевидно. Ты не боишься, что тебя размотает? А, ну, честно говоря, не очень. Обезврежено. Оп, отличненько. Кританула еще. Кританула и промазала. Слушай, а упырь-то он как бы вообще ньютрал, а не за меня. Я не могу упыря даже заатаковать, походу. Ну и отлично. На, ты же их тогда отпустил, по-моему. Да, да, вот, наверное, благодаря этому они и за меня, кстати. Опа, спасибо, упырь. Все, я такой убежал. Да, упырь реально за меня. Ну, круто. Так, ну-ка давай, чувачок. Обезврежено, отлично. Так, теперь я, короче, дроном убиваю в голову. Чё, серьезно, да что ты дронище? Так? Есть. Айгер. Где-то у нас следующего. Вот эта дверь нас, похоже, интересует. Да, да. Эта дверь нас интересует. Как до нее добраться? Быстрее всего. А вот через здесь. Ой-ой-ой, надо возвращаться, прям крепко возвращаться. Ну ладно, побежали. Кстати, здесь может что-нибудь оказаться, по идее. Так, а вот тебе как да быстрее? Нет, не может, там входа вроде как нет. Да, вроде как нету, хорошо. А, нет, есть. Есть, но он один, поэтому... Я боюсь, что если я сейчас только подбегу, то он сейчас кого-нибудь заметит. Ну, в принципе, ладно. 7 ходов до подрыва бомб. Дитрих. Псина. Они тоже, походу, бегут. Помогать мне. Ну, хорошо они, бегут, смотрю, кстати. Быстро, ребята. Реально, хорошо бегут. Ну этот, как всегда, медленно побежит. Главное, чтобы там, знаешь, потом не было... Босс, вам так стоит посмотреть на это. Ну, вот я на следующий ход отключу. Да. Хотя, с другой стороны, дрон-то вон так как перемещается круто. Окей. Не-не, мне нравится. Из-за того, что дрон ходит, он да, сам я понимаю. Но дрон более сейчас эффективная единица, поэтому я пока не это... Окей. Не спешу от дрона отказываться. Так, сюда, отлично. Глори тоже уже здесь. Сейчас Гер Дитрих подключится к нашей вечеринке. Ах ты! Ты погляди, а. Вот это дрянь. Блокирует. Блокирует, реально. Ну ладно, что придется. Так, ну тогда я вот что сделаю. Я Глори подкину экшн-поинтов. Оп. Чтобы Глори быстрее вступила в бой. Оп. Так, сейчас она будет ходить за псину, потому что псина иначе перегородит.
Хотя нет, нормально. Че, открой дверь? Открыл дверь и побежал. А этот-то что делает вообще? Ну, он в обход, видимо, решил побежать. Как-то он слишком хитер для моего понимания. Так. Так, теперь бежим, короче, псиной вперед таки. Так. И что мы тут видим? Врага так, видим. Пока одного. Сюда пока. На разведку. Оу, 4 врага. 4. Так. Окей. Я трачу 2 поинта для того, чтобы добежать сюда. И пальну из снайперочки. Ну, в кого? У всех неплохой шанс. Он 96%. Наемный маг, но и в него я не могу. Но я могу зато в колдуна. В колдуна, да. Давай. 20 урона. Неплохо. Глори с 4 экшен поинтами. Ну, надо бежать до упора, я считаю. Вот сюда бежать. А, ну хотя да, я сейчас похожу. А, псина уже походила. Я просто боюсь, что если я здесь стану сейчас с псиной, то, блин, это будет прям для них как красная тряпка, чтобы гренку бросить. Ну, скорее всего, там да и так уже двое. Ничего страшного. Переживем как-нибудь. Так, Дитрих. Сюда беги. Дрон. Ты нужен нам здесь. Такой колесиками скрипит. Торопится. Ой. Ну ничего, колдуна. Ой-ой. Колдуна, по идее, я выбью на следующий ход. Ну, должен быть. Во, да. Этого я ожидал. Ну ничего. Бубух. Минус очки действия. Зашибись. Так, псиной нужно. Ой, ё-моё, все, их вырубило на этот ход. Они собрали на себя все, что могли, короче. Ну, их зато прям не критично задамажило, по крайней мере. Такой, не, я лучше подумаю. У них, оказывается, еще один гуль засадный был. Ну да, этих, короче, выбило очень крепко. Они для меня сейчас бесполезны. При великому сожалению. Ну, айгер есть. Да, есть айгер. В принципе, есть, конечно, Дитрих, который сейчас даст айгер меткость. Так, есть наш персонажик. И есть 4 хода до подрыва бомбы. Есть дрон еще. Есть еще, кстати, да. Кстати, дрон. Который выбежит сейчас сюда. И будет бить в колдуна. Колдуна. Я сказал, ну ё-моё. Так, айгер, тебе нужно убивать колдуна. Твоя долбанная задача убить колдуна. Давай, пожалуйста. Данила. Есть! Отлично задамажила. Mm-hmm. Так, и мага. Мага, да. На вылет прошла. Айгер, конечно, сейчас раскрылась, но они вроде на гуля отвлеклись. Ой, псинку больно задамажили. Псинка будет мстить. Тут 2 гуля мне помогают, в общем-то. И третий еще. Ну, гули вообще красавцы. Да, гули молодцы. Гули-гули. Ну, короче, того гули уже взяли на себя, я вижу. Они там вообще в оборот взяли. Да, жирненький да, да. Такой. Они, видимо, голодные. Аппетитный, очень. Как хлебушек. Есть, все, маг в минус пошел. Айгер. Ведущего наемника промазала. Глори. Рывком обезвреживание бомбы можно сделать, а можно вот наемников всяких пострелять. Или побить. Пойду-ка я наемников побью. Давай. За все хорошее. Вот так вот, за всю хурму. Блин, промазала дуреха. Дрон, что такое-то сливной. Так, давай-ка сюда дрон. Короче, 60%, ну уже что там. Давай гулям поможем. Поможем гулям, да. Сильно мы гулям помогли. Так, псина есть же. Господи, как забыла псина. Псина жрать. Фас. Ну что это
ты, Данте. Да, ой, позорище ты, Данте. Он мог изрыгнуть огненный заряд. Мог, там опасно, потому что свои там гули и все вот это вот, okay. Вот вся эта хурма. Так, сюда и что-нибудь там, я не знаю. Можно подлечить Данте, например. Сейчас он что-то будет делать. Что-то хорошее. Что-то плохое, точнее. Так, ну этот помрет. Этот вообще уже как бы списанный товар. Ну да, он такой на пути. Его сейчас вон гуль размотают. Такой гуль бежит. Да, я помогу вам, друзья. А этот сейчас этого. Давай, разматывай его. Давай. Промах, ну ладно. Но он уже все равно такой, как бы. Ну, может, отметить кого-нибудь. Да, я хочу отметить, конечно. Все, отлично. Короче, Глори берет такая в голову. Шварк. Потом три потрошки. Бах. Потом еще разочек. Раз. И еще разочек. Раз. А потом такая. Взять его, Данте. Фас. Хороший мальчик. Скушал дяденьку. Скушал дяденьку, да. Так. Не добегаю. Вот это взрыва. Успеваю, норм. Сейчас отключаем дрона. Дитрихом бежим. И обезврежим. Обезврежено. Bombs deactivated. Вернуться в Crates Bazaar. Но я думаю, что на этом мы завершим сегодня вернемся наше приключение. В следующей серии. Да, вернемся и будем разбираться с тем, что. С тем бардаком, который со происходит в Crates Bazaar, со всей этой фигней. Будем разбираться, ребята, уже в следующий раз. Mm-hmm. Огромное всем спасибо. И пока.